Ребят, всем привет! Сегодня у нас будут покупки из магазина Светофор. Ездили мы, в общем, вчера вечером уже, но было поздно. И сегодня снимаю для вас покупки. Итак, что же мы там купили? Купили вот такие вот коржи. Корж Невский для торта светлый. Здесь у нас идет 3 штучки. Планирую сделать какую-нибудь начинку и сделать тортик. Эти коржи у нас стоили 62 рубля. Также у нас в Светофоре увидели мы вот такой вот чай Ричард. В общем, в других магазинах он стоит где-то рублей, наверное, 200, где-то так. А в Светофоре он стоил у нас 145 рублей. В общем, здесь у нас идет 100 пакетов. Так, в общем, у нас здесь чай черный, вот написано. Чай черный, байховый, цейлонский, кенийский и танзанский с ароматом кафрского лайма и английской мяты с цедрой цитрусовых и мятой в пакетиках. В общем, вот такая вот пачка. Попробуем. Посмотрим, как он. Ну, думаю, вкусненький. И он стоил, как я уже сказала, 145 рублей. Также мы купили сыр. Вот тут уже. Я вчера делала салат мимоза. В общем, сыр это у нас российский молодой. В общем, здесь у нас 488 грамм. А цена 345,90. И вышло у нас на 168 рублей. Не видно. Ну, в общем, 168 рублей стоил этот кусочек. А так дальше. В общем, купила вот такую вот пачку пшена. Пшено шлифованное, фасованное. Здесь у нас 800 грамм. И, в общем, вот эта вот упаковка у нас стоила 18 рублей всего лишь. Также купили вот такие вот орешки. Все прекрасно их знают, вкусненькие. Но мы их там уже брали. Это у нас сибирская белочка фирма. Так. В общем, у нас здесь продукт. Состав продукта молокосодержащий, сгущенный с сахаром. Заменители молочного жира. Молоко сухое цельное, безжирное, сахар. Заменитель молочного жира. Сыворотка молочная сухая. В общем, можно кушать. Но не очень часто. И такая коробочка у нас орешков стоила 135 рублей. Также взяла сливочное масло тоже для выпечки. Вот такое две пачки масла сливочное. Сладко-сливочное, в общем. Для выпечки. В общем, масло стоило 59 рублей. Одна штучка. Также купили там вот такие вот обычные шпроты. Они стоили 39 рублей одна. Там как бы консервы очень дешевые по сравнению даже с фикс прайсом, с Ашаном. Там дешевле. Также взяли вот такую вот ветчину. Ветчина столичная. Тут у нас идет состав мясо куриное, вода, крахмал картофельный, соевый белок, соль. Перец душистый молотый. Ну, как бы все. Нормальный состав, ничего такого нету. 72 рубля стоило. Также купила вот такую вот баночку горошка. Какой-то Дон Грин. Зеленый стерилизованный из мозговых сортов. Беру первый раз, не знаю, как он. Вообще из мозговых сортов, вообще говорят, вкусный. Горошек стоил 33 рубля.
Также вчера обнаружила, что у меня закончились ватные палочки. Вот такие вот взяла Aura Classic. 400 штук. 100% хлопок. И они у нас стоили 37 рублей. Вы представляете, за 400 штук. Даже дешевле, чем в фикс-прайсе. Так, что я еще купила? Так, кукурузу взяла. Кукуруза сладкая. Вот такая вот. 425 миллиграмм здесь. Кукуруза у нас стоила 29 рублей. Также уже не первый раз берем вот такой вот майонез Мистер Рико на перепелином яйце. 100% натуральный майонез. Очень вкусно, мне понравился. 75 рублей. Также взяли несколько банок вот такой вот сайры. Сайра Тихоокеанская, натуральное с добавлением масла. Тоже несколько баночек взяла. Сайра у нас стоила 42 рубля. И также я там увидела вот такой вот набор зубных щеток 3+1 в подарок. И эти 4 щетки стоили 89 рублей. Так что вот я вам в предыдущем видео показывала в фикс-прайсе. Получается, в фикс-прайсе 2 стоят 55 рублей, а тут получается 89 и 4 штучки. Очень даже выгодно. И такие вот женские штучки взяла. Ола без аромата. 20 штучек в подарок идет. И, в общем, такие штучки у нас стоили 60 рублей. И да, наша покупка составила 1400 рублей. В общем, такие покупки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И будет больше видео. Всем пока!